Салют, дамы и господа, приветствую коты и кошечки, с вами я, Олег Гром. Мы продолжаем цикл видео про пищеинструмент. Сегодня у меня в руках ручка F301 от компании Zebra. Эту ручку тоже можно отнести к классу EDC тактических ручек в силу того, что часть ее корпуса изготовлена из металла. Да, она, конечно же, не такая мощная, как F701, которая имеет толстостенный корпус из мощной нержавеющей стали. Обзоры на нее, я думаю, вы уже смотрели. Я рассказывал, показывал там все подробно. И по размерам она немножечко, но меньше. Как вы можете прямо сейчас убедиться лично. Вот. Но, тем не менее, она, во-первых, и стоит дешевле, и по распространенности гораздо легче ее найти. 301, 0,7 мм используется стержень в данном случае. Но вы можете ставить любой другой, какой вам захочется. Изготавливаются эти ручки частично в Китае, частично в Индонезии, частично в Японии. Поэтому вы можете искать, конечно, какую-то специальную ручку, именно выпуска из Японии. Но, по сути, разницы здесь особо никакой нет. Чем отличается конструкция? Это автоматическая ручка, как вы уже поняли, корпус металлический, но не весь. Вот эта вот пластиковая часть, это не резина, это пластик, что хорошо, потому что все-таки резина имеет свойство от ваших рук, от выделений из вашей кожи, а да, на коже постоянно присутствуют какие-то выделения, вы, мягко говоря, потеете. Вот, и резина, какая бы она ни была, она через какое-то время все равно начинает разъедаться и, в общем, не очень хорошо реагирует. Здесь же пластик, пластик мягкий, ребра, как вы видите, совершенно мягенькие, ничего жесткого нет. Металлическая клипса в данной модели выполнена очень просто, но, тем не менее, острые углы скрыты, она прекрасно сядет на карман и будет там находиться. Механизм отзывчивый, довольно четкий, прекрасно работает. Смотрим, что внутри. Разбираем. Видим вот такие вот чернила. Точнее, стержень, почему я чернила называю. Чернила здесь синие. Стержень 0,7 мм. Есть 0,5, есть 1 мм. В общем, стержни бывают совершенно разные. На мой взгляд, 0,7, ну вот лично мне, более-менее оптимально. Дальше это полностью пластиковая часть. То есть это полностью пластиковая часть. Учтите, если захотите использовать ее как в качестве тактической ручки. И опять же здесь металлическая часть. Вот. Довольно все неплохо выполнено, достаточно монолитно. Там скрыт механизм. В общем, вполне рабочая ручка на каждый день. Единственный момент, что когда вот вы ее закрутили, необходимо поправить немножечко, чтобы настроить пресловутый клик. Вызвано это пружиной, да, то есть вот вы поставили, нужно немножечко покрутить ее, где будет минимально затык. Стоп. Потому что, может быть, иногда пружина внутри, которая находится, она может перекручиваться очень-очень сильно. Поэтому нужно вначале найти то самое положение. Ну, вот оно. Примерно. И дальше уже закручиваем. Я это встречаю именно в этой ручке. С другими таких проблем нет. Вот видите, очень жестко. С другими таких проблем нет. Но ручка и недорогая, к ней-то и претензий быть не могут. Вот в чем дело. То есть, если бы это была какая-то очень дорогая ручка, я бы уже к этому придирался. Ой, как придирался. Но учитывая, что пасты вы меняете не каждый день, а сделать это нужно лишь один раз, все идеально. Нужно лишь один раз, там, в несколько месяцев, ну, в зависимости от частоты вашего письма, то я не вижу здесь никакой проблемы. Отлично, 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 отлично. Прекрасно лежит в руке, прохладный металл, как начинаете пользоваться, он нагревается. Ну, в общем, вот такие вот дела. Как пишет. Показываю. Цвета разные, классический черный, классический синий, естественно, присутствуют, ну и т.д. и т.п. Пишет следующим образом. Так, это максимальное приближение. Остаются ли какие-то кляксы?
Небольшие кляксы остаются, как и с любой, в принципе, ручкой. Я такой придирчивый, что я у любой ручки нахожу небольшие кляксы. Но это совершенно не те кляксы, как у дешевых ручек. Опять же, дешевые ручки бывают разные. Есть ручки Big, которые сейчас, к сожалению, совершенно оказываются не дешевые. Оказывается, что ручки Big стоят под 100 рублей за штуку, что лично для меня просто фантастическая какая-то цена. Это именно за те ручки, которые раньше стоили, я не знаю, там 50 рублей за 12 штук. Сейчас она одна стоит 100 рублей. Куда катится мир? Неужели настолько все стало плохо, что самые распространенные во всем мире ручки Big, ну вот, например, вот такие вот, да, раунд-стики, они по 100 продаются за штуку. Ну что это за фигня? Я не знаю. Это я к тому, что раньше Big это для меня был, ну, такой самой дешевой ручкой и самой качественной. Сейчас она получается даже не такая уж и дешевая. А все, что дешевле Бика, это было просто ужас, тихий ужас. Но Зебра это все-таки не дешево, особо дешево никогда не было, но распространено. Ну как, дешево, дорого, опять же, сейчас кто-то скажет, да ладно, что ты там рассказываешь, ну разве дорого там за ручку отдать, там, я не знаю, 2-3 доллара, это ж недорого, да и 10 недорого. Все от вас зависит, друзья, все от вас. Вот эти я не считаю дорогими, особенно учитывая, что сменные пасты есть. Пасты, как угодно называете, чернила, пасты. Я абсолютно все, что называю чернила, пасты, стержни, я подразумеваю один и тот же предмет. В данном случае в шариковых, в гелевых ручках и т.д. и т.п. Это чтобы вы знали. Хорошо, пишет. Приятно лежит в руке. Вот эта часть, то, что она из пластика, решает. На самом деле решает. При долгом письме особенно удобно. Удобно, приятненько, отлично, отличная ручка. F301. Ну и в то же время, как и тактическая. Я надеюсь, вам было интересно. Мой канал называется вот так вот. I am Metatron. Он находится на YouTube. Вот, так что подписывайтесь, там много чего интересного из различных мужских увлечений. Ну вот, в частности, такие вот вещи, как ручки, они тоже имеют место быть. Тем более тактические, как мы их любим называть. Я, конечно, это все с улыбкой произношу, если вы не понимаете. Потому что тактическое можно назвать что угодно. Любая ручка в умелых руках превращается в тактическую ручку. Не забываем, что любая вещь — это всего лишь инструмент. А, как говорится, убивает не оружие, убивает человек. Это вот так вот, на минуточку. Но это немного не в тему, но смысл передает верно, когда мы говорим на что-либо, что это тактическое. Конечно же, это не так. Говоря тактическое, я больше подразумеваю, что хорошая износоустойчивость, металлический корпус, приятно лежит в руке, компактная в то же время. Вы видели размер в самом начале, это не какая-то гигантская ручка. Довольно элегантная, довольно компактная, рабочая ручка. Опять же, посмотрите на ее внешний вид. Она абсолютно подходит к любому окружению. Будь то школьный портфель, будь то дипломат инженера, будь то просто рюкзачок хипстера. В любой этой атмосфере она выглядит шикарно. Вот такой вот немалозначимый для некоторых момент. В принципе, все. Меня ручка устраивает. Я надеюсь, вам было интересно. Если вы, например, никогда не слышали об этой модели, теперь вы будете знать. Ссылки, где чего и как брать, чтобы меня не спрашивать, я напишу в описании, где чего беру я. А дальше выбор, как всегда, за вами. Ну, а на этом все. Не чихай, не болей, приятель. Проведи остаток своей жизни с пользой. С тобой был я, Олег Гром. До скорых встреч. Пока-пока.